В Западно-Казахстанской области продолжаются субботники в рамках республиканской экологической акции «Таза Казахстан». Масштабная кампания продлится 5 недель, каждая из которых посвящена определенной тематике. Подробнее в сюжете нашего корреспондента. 8 апреля в нашей стране стартовала экологическая акция «Таза Казахстан», которая разделена на несколько недель. В частности, 6 по 13 апреля неделя «Таза Улькем», с 13 по 20 апреля «Киелимикен», с 27 по 27 апреля «Жасылаймак», с 27 апреля по 4 мая «Унигель Орпах», а с 4 по 11 мая «Мульдер Булак». Главная цель мероприятия – формирование принципов бережного отношения ко всеобщему достоянию, созданному с целью обеспечения благоприятных условий для окружающей среды и наших соотечественников, повышение гражданской ответственности и укрепление экологической культуры. Горожане массово поддерживают данную инициативу. Субботники проводятся с участием студентов, молодежи, общественников. Они приводят в порядок улицы и тротуары, занимаются уборкой прилегающих территорий и дворов. В целом на сегодняшней субботе задействовано более 2000 людей, порядка 50 единиц техники. Основной акцент будет уделяться именно мясокомбинату района, Ружейникову улице, 10-му микрорайону и так далее, а также Зачаганск, Деркуля, центральная часть города. Присоединяйтесь к республиканской акции «Таза Казахстан» и внесите вклад в процветание родного края. Дана Килибаева, Марлен Искалиев, Нурлан Шамгонов, телеканал ТДК-42.